Проект «Читай быстро» представляет. Главный из книги Хэла Элрода «Магия утра». Как первый час утра определяет ваш успех? 10 основных фактов. Факт первый. Реализуйте свой потенциал. У вас просто нет времени, чтобы быть несчастным и заурядным. Факт второй. Соблюдайте параллель успеха. Внешний мир всегда был и будет отражением нашего внутреннего мира. Факт третий. Полюбите ваше утро. Пробуждение неизбежно, как начало любого нового. Это самое прекрасное. Факт четыре. Сделайте утро волшебным. Факт пятый. Будьте в тишине. Тишина – один из лучших инструментов, позволяющих немедленно уменьшить стресс. Делайте физические упражнения. Утренняя зарядка должна стать основой распорядка вашего дня. Седьмой факт – читайте аффирмации. Визуализируйте. Визуализируйте свои главнейшие цели. Факт номер девять. Больше читайте. Чего бы вы ни хотели в жизни, найдется бесчисленное множество книг о том, как это получить. Десятый факт. Введите дневник. Вы можете переоценивать свои поступки, действия и прогресс. И это отдаст вам новое понимание того, чего удалось достичь. Кстати, вы уже слышали про наш смарт-конспект «Магия утра». Мы чуть ниже в статье рассказываем про него подробнее. Переходите по ссылке в описании, читайте всю книгу за 15 минут. Будьте самым умным в компании. Полный обзор книги «Магия утра» ищите по ссылкам в описании под этим видео или на сайте буква.инфо. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, становитесь лучшей версией себя.